пошла на онлайн-курсы по парикмахерскому искусству. Вот, в общем-то, что у нее получилось. Вот тут, значит, покороче, чтобы ушко дышало, да? Вот тут, значит, подлиннее, чтобы ушко было прикрыто. Вот так вот немножко наискось. То ли кастрюля съехала, по которой она стригла, то ли рука дернулась. Боюсь представить, что там сзади. Куда? К Андрюше. 16-ю квартиру. Он меня ждет. Алло. Ты пойдешь с нами бухать? Да, пойду. А кто это? Это цена за матрас. Ля ты крыса, а? Мужик смотрит объявление там и вдруг находит объявление, меняется трехкомнатная квартира в умном доме на любую жилплощадь в обычном районе. Он думает, слышишь, с женой в хрущевке живем, пора как-то расширяться, раз такое дело. Приходит по адресу, звонит, значит. Тут открывает мужик, говорит, здравствуйте, заходите, смотрите. Тот смотрит, да все, тут сказал, вот раз, там штора отодвинулась. Ну, умный дом, блин. Он говорит, нифига себе, а в туалет можно сходить? Он говорит, да, пожалуйста. Тот подходит, дергает дверь, говорит, а что не открывается? Вы свет не включили. Ага, включил свет, раз, дверь открылась. Он зашел туда. Сделал свое дело, выходите, а дверь закрыта. Он начинает стучать, говорит, вы воду за собой там не слили, поэтому дверь не открывается. Он говорит, а, понял, слил, дверь открылась. Он выходит, говорит, слушайте, ну такой класс, ну такая квартира шикарная. А что вы меняетесь? Ой, вы что, не знаете нашу страну? То воды нет, то света. Да. Равиль Фахразеевич? Да. Здравствуйте. Звонок из банка «Русский стандарт». Меня зовут Галина Николаевна. По поводу кредитной карты «Классик Мастеркард». В чем причина неоплаты? Денег нет. Как давно денег у вас нет? Вчера закончились. А почему тогда вчера оплату не произвели? Либо позавчера? Я не в состоянии был. Пьяный. Пьяный были? Да. Когда очнулся, денег нет. Все понятно. А на той неделе что с вами случилось в таком случае? Почему на той неделе не оплатили? То же самое было. Месяц запоя. И вообще, когда намерены оплату произвести? Как намерены вопрос с банком-то решать? Вы сейчас на просрочке находитесь, я думаю, вы в курсе? Когда из запоя выйду. Когда из запоя выйдете? Да. А что, в договоре так и написано, оплачивать только после того, как из запоя выходите? Не знаю, не читал. Не читали? Угу. А как тогда оформляли, с какой целью? Чтоб запоить. А что, так можно было, что ли?